Яндекс News. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Болтком, программа «Разворот». Сегодня ее веду я, Артем Липин, звукорежиссер Евгений Копейн. И сегодня у нас в гостях, можно так сказать, по скайпу, директор Латвийского агентства инвестиций и развития Каспар Рошкаунс. Здравствуйте. Здравствуйте. Напоминаю, телефон на прямого эфира, где вы можете задавать свои вопросы, 672-12-93-9, 672-13-93-9. Также вы можете писать нам по WhatsApp 2-300-61-91. Господин Рошкаунс, ну первый такой вопрос, наверное, несколько более личный, начнем с него. Вы только в январе стали главой агентства инвестиций и развития, и уже сразу было несколько важных моментов. Был и серый список, угрозы попадания в него. Вот сейчас да. Пандемия коронавируса. Как вы вошли тогда в колею, учитывая такое количество разных чрезвычайных ситуаций? Ну все, как бы не было вообще время пересмотреть назад, только есть время смотреть вперед. И работы, конечно, очень много, но, по-моему, это хорошо, что сразу есть... Так, был вариант попасть в серий список, это, слава богу, не попали. Сейчас есть как бы опять челлендж, чтобы перевести как бы предприятие на новый уровень. И как им сейчас срабатываться с ситуацией рынка, какой у нас сейчас есть. Но есть какие-то вещи, которые вы планировали сделать как директор агентства инвестиций и развития, но сейчас не можете просто на это найти ни средств, ни времени, ни других ресурсов? Да, ну конечно, например, в разработке ЛИА стратегию, это у нас то, что мы хотим еще сделать, и сейчас еще можем сделать, но не на таком уровне и не так быстро. Получается, что мы хотели переложить этот фокус на только две части, это о инвесторах и предприятиях, которые работают с рынком экспорта. И все услуги, вся поддержка тогда только бы была либо на иностранные инвесторы, либо тогда на компании, которые работают в рынках экспорта. И тогда мы можем смотреть подробнее там в фокусах, например, что мы номер один поддерживаем компании, технологические компании, которые работают в рынках экспорта, и технологические инвесторы, которые хотят открыть к нам компанию которая связана с технологией, которую потом, попозже сможем уже пропустить в рынках экспорта, да. То есть вы все еще планируете это работа идет вперед, но не на такой уровень и не так быстро, как бы хотелось, конечно. Ну да, ну вот мы так и подошли, конечно, к теме, которую никак сейчас никто не может обойти. Коронавирус. На данный момент у нас чрезвычайная ситуация еще до 14 апреля, но вроде как на этой неделе есть вероятность, что ее продлят. И многие предприятия, конечно, не готовы к тому, чтобы пережить такую долгую ситуацию. И вот, скажем, финансист Эдмундс Крастенч, он на эфире Рига ТВ-24 заявил, что бессмысленно вливать средства в предприятия, которые находятся на грани банкротства, в частности, малый и средний бизнес, что в этом нет особого смысла. Вот как вы смотрите на эту проблему? Потому что действительно малый и средний бизнес сейчас переживает тяжелые времена. Ну да, у нас, конечно, мы делаем как бы это обращение компании. У нас два раза в неделю у нас есть такая анкета, где мы выслушиваем проблемы в компаниях и потом подаем как бы самые подаем эти проблемы в кабинет министров, чтобы смогли принять решение, поможем ли этим секторам или уже не можем помогать этим секторам. Конечно, во-первых, это очень сложная ситуация получается в туризм, потому что туризм практически как был, такой нету. И то, что мы можем помочь, ну, например, сейчас, это, конечно, тогда, когда они звонят нам по горячим линиям, мы можем предлагать, например, если у вас есть гостиница, тогда есть где вам попасть в список, что вы хотите принять
как в гостиницу, сейчас эти люди, которые будут вернуться с других странах от командировки, и которых потребуется 14 дней сесть в самом, как по-русски, пашизолации, да, самом изолироваться, да. Ну, например, это сектор. Конечно, если мы смотрим на вообще-то бизнес как есть, тогда сейчас, по нашим данным, тот сектор, который большие компании, которые работают в рынках экспорта, они дают информацию, что под как бы опросы есть около на 20-30%. Это гораздо лучшая ситуация, чем в туризме, где под есть почти 100%. Так что если мы там можем смотреть, тогда есть такой маленький, не знаю, средний бизнес, который у них есть возможности быстрее сделать адаптацию, потому что есть какие-то, не знаю, секторы, где сейчас бизнес вообще невозможен, и тогда у них потребуется передумать свой как бы свой рынок, свою продукцию и кому продать, и куда сейчас идти. И это тоже как бы мы помогаем найти новые партнеры. Сейчас Азия открывается опять. Так что, например, у нас есть клиентов бизнес-инкубаторов, которых никогда не было клиентов в Китае и Западной Корее, и нет, Западной Южной Корее. И сейчас у них есть новые клиенты, есть новые заказы точно туда, в Азии, да. Но возможно ли такая ситуация, что малый или средний бизнес обращается за помощью, а вы отказываете, потому что вы видите, что этот бизнес уже не спасти никак? Нет. Если к нам мы не инструмент как бы отсмотра финансистов, смотра финансов. Если малый или средний бизнес идет к нам, мы предлагаем помощь, как малый и средний бизнес сделал трансформацию, например, в Азии, где это прошло 2 месяца назад. У нас есть там эти офисы, Лия в Японию, и в Китай, и Сингапур, и оттуда у нас есть информация, как менялся бизнес-модел как бы в маленьких компаниях во время кризиса, и что они делают после кризиса. И эту информацию, как делать эту трансформацию, мы можем дать сразу нашим латышским предприятиям. То есть вы пользуетесь опытом других стран, которые чуть раньше прошли через все это. И да. Как, насколько вы видите, насколько удачно наши компании применяют этот опыт? Ну, у нас есть, по данным, 45% от компаний, которых как бы от секторов, которые очень чувствуют ситуацию с коронавирусом, уже 45% меняет свой бизнес-модел. Так что я бы сказал, что ситуация в Латвии не так сложна, как в Западной Европе, потому что мы привыкли, что есть через, не знаю, 5, через 7, через 10 лет есть кризис, и тогда опять все меняется. Это не первый раз нам случается, есть кризис побольше, кризис поменьше, но каждые 3-4 года какой-то кризис у нас есть. В Западной Европе я жил до того, когда я стал директором, я жил в Германии, и там с маленьким бизнесом или средним бизнесом есть 2 основных фактора. Во-первых, средний бизнес гораздо больше по объемам, чем у нас средний бизнес. И, во-вторых, у них есть как бы вот сеть контактов, и которых они покупают, продают, уже не меняется последние 20-30 лет. И сейчас у них гораздо сложнее как бы делать переориентацию на новых рынках, потому что они никогда это не делали. Так что латышским компаниям, да, у нас гораздо меньше деньги
чтобы выдать в компанию, чтобы пережить этот кризис, но наши компании, как самых предприятий, они гораздо быстрее, как бы смысл, ну, или цель найти новых рынках и новых возможностей. То есть, в принципе, вы говорите о том, что наши бизнесмены и предприниматели, они уже настолько привыкли к кризисным ситуациям, что для них это ничего нового, что, ну, очередной. Нет, это, конечно, ничего нового. Вот такой коронавирус, это, конечно, для всех нас что-то новое. Но они привыкли лучше разобраться с таким новым кризисом, чем Западная Европа, да. 672-12-93-9, 672-13-93-9, также номер WhatsApp 2-300-61-91. У нас на связи сегодня директор Латвийского агентства инвестиций и развития Каспар Рошкаунс. Вот как раз по WhatsApp пришел вопрос, он очень общий, да. О каких объемах поставок в тоннах и евро в Азию идет речь? Тут, правда, не уточняется, чего именно, поэтому, может быть, немножко переформулирую. Можно ли говорить о том, что экспорт в Азию, в принципе, со стороны Латвии увеличился как раз из-за того, что они уже вышли из такого коронакризиса? Еще не увеличился, но я думаю, что экспорт в Азию сейчас будет увеличиться на, не знаю, следующие два месяца, наверное, точно, да. Потому что эти сигналы, я говорю о прошлой неделе. Мы каждую неделю делаем эту анкету для всех предприятий, так что меняется информация каждую неделю. Вот прошлой неделе, получается, четверг либо пятница мы узнали об как бы этот ну об новой возможности в Азию, и сейчас уже в пятницу первые грузы пошли туда. Я знаю, что есть возможность в транспорт, логистика тоже, потому что сейчас летают самолеты туда в Азию забрать всякие маски, они идут туда в пустые, и идет обратно полностью как бы в скомплектировании с масками. Но туда идет почти бесплатный транспорт. Ну, не почти, но, конечно, если самолет летает туда пустой, тогда они будут гораздо легче разговаривать об каким-то объемом и каким-то ценам, если у вас есть что-то туда отправить. Да, наверное, перейдем уже в такую сторону больше поддержки государства, потому что сейчас очень много говорится о том, что если к действиям государства, и в частности Министерства здравоохранения, именно претензий практически никаких нет, и работает здравоохранение на очень высоком уровне, особенно в сравнении с другими странами Европы, то какая-то экономическая помощь, здесь очень много вопросов возникает. Вот с вашей точки зрения, насколько те меры, которые сейчас принимает правительство, с экономической точки зрения, они действительно помогут бизнесу латвийскому? Да, ну, так сделать, чтобы всем понравиться, наверное, мы так никогда не сможем. Но есть этот, как бы, поддержка Дикставы. Простой, да. Да, это есть, конечно, самый главный инструмент, но с этим инструментом работает ВИД. Так что госпожа Яунземе, там начальник, об как бы разработке этого поддержки. Так что то, что к нам, это то, что мы сделаем через этот опрос, мы как бы забираем информацию от предприятий и от бизнесменов, что это то, которое не работает. И тогда, когда мы узнаем, почему вот этот, например, какой-то инструмент не работает, мы можем подать как бы на кабинет министров, какие изменения потребуются, чтобы этот инструмент начал работать. И то, что очень хорошо, я думаю, что у нас есть такая возможность два раза в неделю. И если что-то, как бы, вот предприятие сейчас слышит, что вот у нас ситуация такая, что бизнеса вообще нету, ничего сделать не можем, и потребуется искать поддержку от государственной поддержку, тогда, но почему-то, по каким-то смыслам, сейчас это невозможно, тогда надо нам звонить на ЛИА телефон и подать информацию, почему сейчас такие возможности нету. И потом мы можем эту, как бы,
посмотреть, ли есть так много таких предприятий, и подать информацию в министр-кабинет. Ну, про простой сейчас две основных претензии, насколько мне известно. Первая претензия состоит в том, что вот эти пособия по простою, они зачастую меньше, чем пособия по безработице, и работникам просто невыгодно оставаться в простой, им выгоднее уволиться и получить пособие. И вторая проблема, турфирмы в частности говорят о том, что они сейчас не находятся в простое, у них хватает работы, связанной там с отменой рейсов, с перебронированием всяких отелей и так далее, и так далее. Работа есть, просто доходов нет, и получается, что пособия за простой им как бы и не помогают. А вы сами говорили о том, что туристическая сфера наиболее сейчас пострадала от коронавируса. Вот, наверное, вот эти две основных претензии. Угу. Если мы смотрим на сектор туризма, там, наверное, еще потребуется улучшить как бы этот государственную поддержку, потому что да, у них работы много, но, наверное, такой объем, как у них сейчас есть, это не будет надолго. Либо ситуация будет известна, что, не знаю, никакие там путешествия не будет происходить, как бы не будет на следующие 3-4 месяца, тогда они будут обрабатывать все эти как бы запросы, которые сейчас есть, и потом будет пауза большая, и ничего тогда работы много не будет. Либо тогда будет известно, что можем начать и переключиться на путешествие по Латвии, и тогда опять есть возможность как бы работать сейчас. Но на ситуацию, какая она есть, да, у нас есть информация от туроператоров, и мы будем, на следующий четверг, но этот четверг будем подать возможности, что поменять, и эту информацию будем дать в кабинет министров. А насколько вообще, вот вы говорите, подавать информацию в кабинет министров, насколько вот этот диалог с вашей точки зрения проходит хорошо? Вас слышат или как бы принимают информацию, а потом все равно делают по-своему? Не-не, я бы сказал, что диалог очень хороший, потому что одна из вещей была этот долг от 150 евро повысили на 1000 евро. Это была одна из инициатив, конечно. Есть там другое, что когда сначала были эти секторы, ну, которые могут положить свои работники в Дикставе, и потом были критерии, тогда с критерием тоже мы говорили с предприятиями, и я бы сказал, что диалог с государством у нас очень хороший сейчас. Вопрос только, ли все предприятия подают нам информацию, потому что, как я сказал, у нас этот опрос идет пока от 500 компаний, и в Латвии гораздо больше компаний. Так что у нас в сайте есть эта анкета, которую вы можете заполнить, и так мы будем вас слышать. Если анкету не заполните, тогда у нас очень трудно догадаться, какие есть проблемы в разных секторах. Но ведь есть возможность, я понимаю, да, конечно, анкета — это здорово, и хотелось бы, чтобы я заполнял больше людей, но ведь есть еще другие возможности. Можно мониторить соцсети, например, Twitter или Facebook, там очень активно высказываются люди из разных отраслей и комментируют решения правительства. Да, ну так мы и делаем, но, конечно, эту информацию, конечно, тоже обрабатывать министрия экономики. Наш как бы самый главный фокус — это на анкеты предприятий, но самый главный фокус на какие инструменты используются другие государства в Евросоюзе, другие государства в Азии и везде, какие есть инструменты вообще, что они поддерживают, на каких условиях, потому что у нас есть возможности очень быстро работать с этой информацией. И, конечно, тогда это еще одна часть. И тогда, да, вот эти, как бы, когда мы посмотрели, не знаю, там в Twitter, Facebook, на у нас тоже пишут и анкеты, и тогда вот предложение, что мы можем поменять в ситуации, какая она есть, это
тоже так у нас этот репорт с 30 частями. Вот, и так что это мы тоже читаем, но это тоже, конечно, читает экономическая министерия, да. Кстати, по поводу Министерства экономики, вот у нас буквально на прошлой неделе нового министра экономики назначили. Да. Вы уже работали с ним? У вас какая-то есть надежда? Ну, какое ваше впечатление от его кандидатуры, скажем так? Мы встретились, да. Я думаю, что все будет очень хорошо. Я думаю, что с новым министром тоже хорошо будет то, что тогда через новый министр у нас государственное как бы будет услышать еще лучше. Потому что если есть как бы собрание министр в кабинет министров, тогда если у нас есть министр по экономике, это гораздо громче голос, чем до этого, да. Просто многие пеняют на то, что у нового министра экономики нет достаточного опыта с их точки зрения. Да, он же был почти, по-моему, год или даже больше сейчас в главном... комиссии по сельскому хозяйству, да. Да. И это, я бы сказал, одна из самых важных комитетов, которая работает с проблемами бизнеса, сегодняшнего бизнеса, какой он там есть, какие ситуации есть. И мы, как от стороны ЛИА, уже в январе-феврале работали с этим комитетом, чтобы подать изменения в законах, что у нас надо менять, чтобы привлекать больше иностранные инвесторы. По поводу, кстати, инвестиций, понятное дело, что они сейчас снизились, потому что все страны занимаются проблемой коронавируса. При этом вы там в предыдущих интервью говорили о том, что есть вероятность того, что инвесторы как раз опять-таки со стороны Азии могут прийти, особенно учитывая, что Латвия, если все продолжится так, как оно продолжается, вероятно, одна из первых стран Европы выйдет из такой самоизоляции, карантина. Вот у вас есть какой-то более точный прогноз в эту сторону? Ну, сейчас для прогноза это очень сложно сказать, как мы выйдем как страна, как Европа, как мы выйдем из этого кризиса. Так что это сложно. Но то, что хорошо, это то, что у нас есть, по-моему, сейчас 3 или 4 проекта, которые мы активно работаем с инвестором. От Азии сейчас, даже время вирусом, у вируса, у них есть интерес, и они уже видели, как этот вирус придет и уже ушел от, там, например, до Кореи, так что переговоры есть, у них интерес есть, но сейчас, конечно, проблема с тем, что прилетать они не могут. 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефоны прямого эфира, или пишите нам по WhatsApp 2-300-61-91. У нас на связи директор Латвийского агентства инвестиций и развития Каспар Рошканс. Мы говорим про то, как латвийские бизнесы справляются с коронавирусом и со всеми экономическими перипетиями, связанными с этим. Уже вы сказали, что, конечно, сейчас планировать сложно, но, тем не менее, понятно, что рано или поздно мы выйдем из этой самоизоляции, из коронавируса. Уже сегодня за сутки найден COVID-19 всего у 9 человек. В общем, ну, в целом, умеренно оптимистичны сейчас прогнозы, связанные со всем этим. Но при этом, вероятно, остальная Европа выйдет несколько позже. Вот могут ли быть связаны с этим проблемы для Латвии, учитывая, как мы завязаны на Европейском Союзе, на сотрудничестве с Европой, что даже если у нас все будет хорошо, а у других стран не так, то мы не сможем выйти на прежний уровень? Да, проблема такие может быть, но там же как бы есть возможности, потому что если мы будем одна из первых стран, которая выйдет от как бы этого кризиса, тогда то, что сейчас какая ситуация есть в Азии, они, например,
работали с партнером в Италии, и сейчас итальяны просто не берут трубку. И сейчас есть эта возможность как бы написать имейл, там, звонить в Азию, в компании, которые до этого работали с там, Западной Европой, и сказать: мы знаем, что вы работали там за Западной Европе, но вообще вот этот предмет или эту, как не знаю, штуку мы делали в Латвии, но через Италию продали вам. Сейчас есть возможность напрямую выйти и продать свою продукцию туда. Это, например, так, что, простите, мы делаем и через Италию продаем? Я просто не слышал. Ну, там... Мы через Италию продаем, ну, например, косметику мы продаем через Италию, тогда там есть по разным вещи. Есть в IT-сектор тоже у нас есть, что мы как бы работаем на больших компаниях, которые software houses находятся там в Германии, и тогда этот software houses, они продает, например, свою продукцию как сервис в Китае и в Японии для международных компаний, у которых есть интерес за там, европейский рынок. Так что есть такие возможности, где мы, как в Латвии, работаем как один часть цепи, очень длинного цепи, и сейчас этот цепь вообще не работает, и мы можем выйти на прямую связь с... Конечно, это нелегко, там не всех это возможно, но есть компании, есть как бы сектор, где это возможно, да. Если такая вот, если продолжить эту логическую цепочку, одна из претензий к латвийской экономике состояла в том, до коронакризиса, она состояла в том, что у нас в Латвии не так сильно развито производство, то есть, да, туризм, да, там IT какие-то технологии, но конкретно само производство, его мало, и там многие производящие заводы, они закрывались. Ну, самый известный пример, скажем, был EPS Metalworks. Есть ли возможность того, что сейчас, как раз-таки после этой пандемии, в Латвии снова начнется такой бум производства, чтобы заполнить вот эту дыру, которая появилась из-за ухода европейских стран? Это, наверное, будет не только в Латвии, а даже в Европе, потому что то, что вот такая пандемия показывала, как Европа повлияет на Китай, как Китай повлияет на Европу. Если, не знаю, 80% от каких-то там, не знаю, секторах вещи, которые производены в Китае, если Китай ничего не производит, тогда стоп, и вообще как бы этот сектор идет через вообще не может работать больше. Так что есть такие как бы идеи, что производство будет поменьше, но как объем поменьше, но на гораздо больше таких точках по всему миру. То, что если как что-то не знаю, какие-то проблемы, например, тогда будет опять в Азии, тогда в Европе может сама производить все, что потребуется, и обратно. Если какие-то проблемы будут в Европе, тогда в Азии может как бы все производить, что у них потребуется на это время, да. Так что я думаю, что производство будет расти в Латвии. Но то, что надо смотреть, надо смотреть, на каких секторах производство будет расти и, наверное, с каких технологий, потому что у нас люди же не будет побольше. Люди же, да, есть сейчас какой-то кризис, тогда будет больше людей без работы. Это только на как бы short-term solution. Потому что если смотрим, окей, если кризис пройдет через 6 месяцев, тогда окей, еще один год будем работать обратно, чтобы как бы достать этот уровень, который был. Но
потом опять будет проблема. Так что сразу надо смотреть, когда делаем новое производство, чтобы она была как бы вот smart production, уже с технологиями, которых не так много надо людей, но много инженеров. Ну вот, кстати, мной тоже говоря о прогнозах, о выходе из этого кризиса, кто-то говорит о том, что так же, как было резкое падение сейчас экономики происходит из-за коронавируса, такой же будет резкий подъем обратно, V-образный, что называется, график. Кто-то говорит о том, что наоборот, резкое падение и потом долгое восстановление годами. Вы и многие почти все говорят о том, что это зависит в целом от страны и от тех решений, которые принимаются вот именно прямо сейчас. И мы почувствуем результат этих решений еще через полгода, год. Вот как вам кажется, латвийская экономика способна быстро выйти обратно на свой прежний уровень? Или это все-таки будет долгая, сравнимая с 2009 годом, такая кризисная ситуация? Мы связаны с Западной Европой, очень связаны. Так что, наверное, ответ надо смотреть, как Западная Европа будет выйти от из кризиса. И в Западной Европе надо смотреть на Германию. Как Германия будет выйти из кризиса. Сейчас прогнозы опять очень трудно сказать, но я бы сказал, что так быстро, как за там, 2 недели был пад, и за 2 недели будет обратно, так точно не будет. Если смотрим на историю, тогда после кризиса SARS в Азию туризм вернулся обратно через 14 месяцев. И я так тоже думаю, что те секторы, которые сейчас работают, но есть там впад на 20-30%, у них гораздо легче будет достать обратно этот объем. Но, например, туризм, где есть впад 99%, у них получить обратно, наверное, не так быстро получится, как закрыли в одну неделю, тогда хопс, и будет обратно, вряд ли. Ну вот вы говорите о том, что мы связаны с Западной Европой, и при этом до этого мы с вами говорили о том, что очень много появляется связей с Азией и возможности работать с Азией. И не станет ли это возможностью для Латвии стать менее зависимой от Европейского Союза? Ну, в том числе и в туризме. Пока мы в Европе, мы никогда не будем так полные независимыми от Европы. Там есть, конечно, плюсы и есть минусы. Плюсы, конечно, это как бы... Потому что Западная Европа – это близкий рынок. Ментальность у нас похожа. Мы понимаем, что они понимают под имя как бы quality. Мы понимаем, что у них потребуется. И, конечно, сделать продукцию для Западной Европы это гораздо легче, чем для Азии. Но то, что может поменяться, это опять как бы поменяться в этот... Как бы если, например, после этого кризиса, когда мы смотрим, будем смотреть обратно через, не знаю, годы или как, тогда мы увидим, что процент экспорта на Азию сейчас гораздо меньше будет процентуально, чем через год, когда это как плюс возможность нам какие-то клиенты подобрать в Азию и потом получить обратно то же самое клиенты, которые были в Западной Европе. Какой совет вы могли бы дать владельцам бизнесов прямо сейчас, вне зависимости от отрасли? Есть какие-то действия, которые они должны сделать, и которые могут помочь им выжить и пережить эти сложные месяцы? Да, ну, конечно, это сейчас то, что сейчас, не знаю, я бы сказал, что эта ситуация уникальная, и то, что потребуется, это сейчас думать об разработках новых продуктов, об сертификации продуктов в других рынках, об обучении персонала. Потому что есть возможность сейчас обучить в персонал, думать об маркетингу, какие брендбуки, какие-то веб-пейджи, какие они будут через 6 месяцев, потому что обычно есть
как бы в бизнесе такой темп, что нету времени подумать, что надо поменять, чтобы как бы зарабатывать больше. И сейчас, да, есть пауза, есть кризис, есть коронавирус, но это возможность посмотреть немножко на, как бы сказать, на big picture и понять, где с этим предприятием он как бы хочет делать следующие шаги. И это, наверное, самое лучшее, что сейчас есть, что есть немножко больше время, чем 2 месяца назад. Вообще, ну, интервью, как бы, у нас еще есть там минут 5-6 интервью, но в целом общее ощущение после разговора с вами складывается весьма оптимистичное у меня относительно того, что будет с бизнесом и с экономикой и с Латвией. Вы меня сейчас поправите в этом моем ощущении, или вы согласны, что на самом деле все не так плохо, как принято считать? Не-не, плохо, это факт. Сейчас, конечно, плохо. И наверное, будет еще хуже. Это тоже. Но этот, по-моему, бизнес никогда, если он динамический, он никогда не смотрит то же самым глазам, как смотрит люди в целом. Бизнес всегда смотрит на целую ситуацию, как она есть, с оптимизмом. Потому что каждый бизнесмен, он оптимист. Не может так быть, что он сейчас смотрит, и да, ничего не будет, все надо закрыть, ничего, возможности вообще нету. Бизнесмены по целому, они оптимисты. Они, например, нам звонить, и как бы вот это было прошлой неделе или еще неделю назад, и сказали, вот есть, мне есть бизнес, мы там как бы строим дома Швецию, и знаете, вот ситуация такая, вот, либо вы можете нам помочь отправить туда рабочие силы, потому что я как бы сделал такой контракт, что это не только дом, но это дом, и мы будем тоже как бы сделать конструкцию дома. Либо вы можете помочь нам отправить в командировки рабочие силы, либо тогда я иду по поддержке, государственной поддержке. Ну и то, что мы делали, мы через кабинет министров получили как бы вариант, что мы можем отправить в командировков людей. И это, я бы думаю, что это... как бы характер настоящего бизнеса. Он не хочет идти за поддержку, государственную поддержку. Он хочет развитие бизнеса. И если мы в этом как бы можем помочь, это точно то, что ЛИА, как Латвийское агентство инвестиций и развития, это точно то, что нам надо делать. Ну да, такое уже название говорящее, конечно, у вашего агентства инвестиций и развития в первую очередь. Вот как сказать, с одной стороны, вы говорите о том, что много проблем, и при этом вы говорите, что в этих проблемах есть как бы возможность для дальнейшего развития. Вот в целом, общаясь с предприятиями, наблюдая за ситуацией в экономике, вы видите, что латвийские предприятия, они пользуются этими возможностями для развития? Или могло быть еще лучше? Всегда можно получше. Но в основных я бы сказал, что наши предприятия динамические, и они ищут эти возможности, и они оптимисты, потому что даже у нас как бы была информация от региональной туристической компании, где сейчас очень сложная ситуация, но там больше чем 55% сказали на ответ, что будете делать с вашим бизнесом. Они ответили, что буду сохранить бизнес все равно. И это как бы характер оптимистов, бизнесменов оптимистов. Так что я бы сказал, что да, есть возможность получше, есть возможность искать
как бы еще большие возможности. Но это как бы этот кризис как катализатор бизнесменов, который очень быстро может переориентировать свой бизнес и как бы адаптировать сервисы или производство и катализатор тот бизнес, в которых есть какие-то, ну не знаю, какие-то это в рамах, и они не могут выйти из этих рамок. Пожалуй, последний вопрос, уже время подходит к концу. Если сейчас вот какой-то человек, который хочет открыть свой бизнес, или хотел, вернее, вот случился коронакризис, если он видит, на его взгляд, какую-то возможность для бизнеса сейчас, вот в такой ситуации, вы бы посоветовали этому человеку открыть бизнес или все-таки подождать, пока все успокоится? У нас сейчас прошлую неделю как бы подтвердился конкурс в бизнес-инкубаторов, где 180 предприятий ищут место в бизнес-инкубаторов. И сейчас будет этот идти конкурс, потому что конкурс там получается плюс-минус 2,3 на одну как бы место, которое у нас есть. И там есть только идеи открыть бизнес, и они все равно, что есть корона, как бы кризис, они нам в очередь и даже ни один не отказался уступать в этот конкурс. И я бы сказал, что это очень хорошая как бы весть и вещь, которую мы можем рекламировать, потому что это тоже катализатор, что есть, если у вас есть идея, тогда идите к нам, мы покажем путь, как попасть в бизнес-инкубатор, как сейчас время кризиса развить вашу идею, как сделать сейчас маркетинг, чтобы тогда, когда будет уже как бы после кризиса, вы можете сделать отличный старт вашего бизнеса, да. Что? Спасибо. С нами на связи по скайпу был директор Латвийского агентства инвестиций и развития Каспарс Рошкаунс. Программу «Разворот» для вас провел Артем Липин, звукорежиссер Евгений Копейн. Спасибо. Не переключайтесь.